Стамбул, 1971 год. Браво! Иди за кулисы, скажи, что ты от Ахмета, и отдай это госпоже. Смотри, чтобы Хайратлы тебя не заметил. Это снова ты? Кенан, ты куда пошел? Ты куда? Спаси меня от них. Ты напрашиваешься на неприятности, парень. Думаешь, это игра? В нашей работе не бывает игр. Запомни это. Что это? Пятно на этом платье не отошло. Надо постирать еще раз. Ты хорошо спела печальную любовь. Спасибо. Все посетители смотрели только на тебя. Ну что вы? Ты, наверное, очень любишь внимание, да? Кокетка, любительница пофлиртовать. Молодость, что скажешь? Видела бы ты меня в твоем возрасте. Я была тогда очень маленькой. А ты до сих пор маленькая. И песня не подходит для твоего голоса. Не так ли, Селин? Может, включим эту песню в наш репертуар? Давай включим. Ты не возражаешь, милочка? Вот что я тебе посоветую. У тебя красивое личико. Если будешь укладывать волосы, как молодые девушки, будет намного лучше. Намного, поверь мне. Не утруждайте себя, я сама. Да что ты, Сельма? Это моя гримерка. Я здесь хозяйка. Приветствую вас. Ходят тут всякие. Наверняка он пришел к тебе. Это вам, госпожа. А ну-ка дай сюда. Кто дал тебе это? Кто дал тебе это? Я дал ему. Я дал ему это, господин, чтобы он передал госпоже Сельме. Я каждый день прихожу на выступление госпожи. И каждый день хочу поговорить с ней, но стесняюсь. Я... так стеснялся подойти к вам, госпожа. Я хотел подарить вам что-нибудь дорогое. И решил понаблюдать издалека, как ваше лицо озарит улыбка. Вы не должны были знать, от кого это кольцо. Но если однажды я увижу кольцо на вашем пальце, то пойму, что вы прекрасная леди. Приняли любовь незнакомца. Это правда? Thank you.
Понятно. Теперь выйдите все. А ты останься. Спасибо. Оставьте себе. Стамбул, 2010 год. Дядя, пусть все остается в прошлом. Нас конкретно прижали. Они забрали нашего Джиляля. Теперь все трясутся. И в Топхане, и в Куртулуш, и в Таксиме. Нашим парням пришлось попотеть. Наши парни собрались ночью и решили, что пока надо залечь на дно. То есть... Что? Пока они не узнают, что происходит, тебе надо залечь на дно. Они посчитали, что так будет правильно. Якуб, ты иди. Сегодня моя очередь закрывать кафе. Нет, брат, закрываться рано. Никто из нас не отступит. Мы не из трусливых, слава богу. Вы слышали решение, не так ли? Мы слушаем только тебя, дядя. Приказывай, что делать. Что делать? Якуб... Для начала принеси мне что-нибудь перекусить. А вы, ребятки, можете идти. И оставьте меня одного, хорошо? Давайте. Стамбул, 2010 год. Выйди из казино на рассвете, мы отправились сюда. Ты помнишь? Помнишь? Папа, ты так внезапно позвонил. Мама перепугалась. Опять что-то произошло? Нет, милая, что может быть? Если было бы, ты бы сказал? Неужели у человека не может возникнуть желание посидеть с семьей? Не может. Если он найдет семью, конечно. Дядя, давай пересядем за другой столик. Хочу поговорить с тобой. Нет, племянник, нам не о чем разговаривать. Мы избавились от ненужного, а теперь мы налегке. И можно спокойно посидеть с семьей. Разве не так? Мой отец был пекарем. Его руки были вот такими огромными. Я был младшим в семье. Но самый большой кусок хлеба всегда доставался мне. Интересно, почему? В 15 я сбежал из дома. Я говорил, это место не мое. Я возьму то, что будет моим. Взял?
Я сидел в тюрьме 30 лет, племянник. 30 лет. У меня было две жены, четверо детей. И никого не осталось. Я приставил нож к горлу лучшего друга. Я отправил свою дочь на другой конец света. Я понял. Но я понял слишком поздно, племянник. Я не взял то, что было моим. Ты не заслуживал того, что было твоим, папа. Азад! Я ни у кого ничего не спрашивал. Просто брал то, что хотел. Мне говорили, ты не сможешь, а я смог. Мне сказали, ты не выберешься, я выбрался. Но сейчас у меня осталось только имя. Рамис Карайски. Рамис Карайски. Последний вожак. Это твоя прощальная речь? Да. Не так ли, дядя? Великий Рамис Карайски. Последний вожак. Ты вожак, но ты тоже получил приказ. У тебя были счеты с кем-то, не так ли? Ты скажи, дочка, ты написала книгу обо мне, не так ли? Я не писала об этом, папа. Но не из-за любви к тебе. Я знаю, что ты стрелял в ногу тем, кто плохо писал о тебе. Я не стреляю в ногу, дочка. Я беру пистолет и стреляю в сердце. Точно. Если ты стреляешь, то стреляешь, чтобы убить, верно? Ты такой отважный. Добавь это к своей прощальной речи. Ты убивал людей только для того, чтобы защитить себя, да? Ты поступал так только во имя справедливости. Ты стал таким безжалостным от того, что ты такой отважный? Чтобы жить, дочка. Я стал безжалостным, чтобы остаться в живых. Я вспомнил, что у меня есть сердце, слишком поздно. Ты одинокий герой, да? Хочешь умереть как герой? Это героический поступок, папа, отправлять дочь в ссылку. Ты такой человек, что когда сказали, что ты убил сыновей, никто не стал это отрицать. Вот какой ты, Рамис Карайски, дочка. Ты пришел сюда, чтобы огласить наш приговор. Ты собрал нас, чтобы дать последнее наставление. Ты не герой, папа. Ты не можешь давать нам наставления. Это не наставление, дочка. Я просто хотел полюбоваться вами. Не смотри. Не смотри на меня так. Ты эгоист. И ты мне не отец. Я не хотел уходить, не сказав то, что хотел сказать, дочка. Ты не можешь уйти! Ты не можешь уйти! Ты страшный человек! Ты не мой отец! Ты не можешь уйти! Ты не можешь этого сделать! Я недавно обрела тебя! Ты не можешь меня бросить! Дочка! Я недавно обрела тебя. Дочка. Ты только недавно позволил мне быть с тобой. Ты не можешь уйти. Я ненавижу тебя, папа. Ты не можешь меня бросить. Ты не можешь уйти. Я ненавижу тебя, папа. Ты не можешь уйти. Ты не можешь уйти. Не можешь. Доченька, родная, милая. Доченька, ты все для меня, родная. Разве так может быть, Эзель?
Разве человек может забрать все, если у него появилось такое желание? Они не забирают, проверяют. Но мы были очень богатыми. Смотри, и сейчас наши дела неплохи. Нет, у нас было много денег. Я собрал вещи, за которые мы можем выручить деньги. За ними должны прийти, так что тебе надо быть в офисе. Сколько мне просить? Что дадут? Эзель, это же временно, да? Мы все вернем, не так ли? Кто нам позволит? Кенан Беркан хорошо знает, куда бить. Они забирают не силы, а используют связи в госучреждениях. А кто пойдет требовать у государства? Эзель Байрактар, но такого человека нет. И Кенан Беркан об этом знает. Как он узнал? Именно об этом я и хотел поговорить с тобой, Шебнем. Как он мог узнать? Не знаю. Может, Джингис сказал? Нет, не думаю, Джингис тут ни при чем. Он узнал от кого-то из нас. Эзель, дядю освободили. Когда? Вчера вечером. Где он сейчас? Не знаю, он никому не сказал. И свой телефон не взял, оставил его здесь. Эзель, как думаешь, что у него на уме? Эзель! Слушаю. Ваш гость пришел, господин Кенан. Пропустите. Заканчивай с этой игрой, Кенан. Закончу, если позволишь. Я ничему не научил тебя, да? Возьми нож и сам попробуй противостоять мне, как мужчина. Я сказал твоему внуку, он все сделает за меня. Он не сделал и не сделает. Сколько бы ты ни промывал ему мозги, он моя кровь. И моя кровь не прольется. Он оттягивает момент. Мы играем с тобой. И с прошлым покончено. Тогда не отводи взгляд. Смотри мне в глаза, будь смелее. Я не боюсь тебя, Рамис. И никогда не боялся. Тогда не дрожи передо мной. Стой прямо, как мужчина. Я никогда не боялся тебя, Рамис. Я уважал тебя. Восхищался тобой. Поражался тебе. Я отвожу взгляд не от того, что боюсь тебя. Кенан, заключим сделку, Рамис. Что победит в итоге? Твое сердце или мой ум? Кенан! Кого послушает твой внук, тебя или меня? Я считаю, что до конца этого дня он уничтожит своего деда. Он этого не сделает. Он не сделает этого. Этот парень хороший человек. Он не сделает этого. Тогда твоя жизнь будет в руках того, кто победит. Удачной игры, брат Рамис. Избавляюсь от ненужного. Нет, ничего не случилось.
просто хотел услышать твой голос. Я знаю. Ладно. Ладно, пока. Папа. Нет, ничего. Ничего. Попросить тебя, сынок. Ну как? Ты ведь знаешь, зачем мы здесь? Если посреди ночи тебе заявляют, что допрос окончен и отпускают, то можно догадаться, зачем они открыли дверь. Ты не будешь пытаться убедить меня в своей правоте? Когда ты был маленьким, я забирал тебя из школы, и мы приезжали сюда. 2-3 сэндвичей тебе не было достаточно. Ты говорил: дедушка, давай не будем возвращаться домой. Помнишь? Ты знал мои слабые места, знал. Ты с полным ртом говорил: дедушка, дедушка. Ты говорил: дедушка, давай, расскажи мне еще одну историю. Рассказать тебе историю, сынок. Смотри, будь осторожнее с тем, что хочешь сказать. Ты знаешь, слова убивают. Печальная любовь, как эта, закончится в черной земле. Стамбул, 2010 год. Достаточно, сынок? Или мне продолжить эту историю?